В воскресенье в Самарской области малооблачно. Температура воздуха днем 0+2 градуса, ночью -2, -4. Ветер юго-западный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани солнце проглянет сквозь облака. Днем +3, ночью -4 градуса. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти ясно, температура воздуха днем 1 выше 0, ночью -3 градуса, ветер юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре солнечно, днем +1, ночью -4, ветер западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.